Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Квас Миллеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах, и насчет бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Всем здорова, ребят, с вами я, Антромер, и пока гличей на копирование нет, я нашел для вас хороший плейлист с АФК гличом. То есть вы просто ставите этот плейлист на ночь, и у вас фармятся деньги. Единственный минус этого плейлиста — вам нужен друг. Ну а друга вы можете найти в нашем Discord сервере, ссылка на него есть в описании. И еще, ребят, мы открыли свою банду в GTA Online, ссылка на нее тоже есть в описании. Вступайте, и во время стримов я буду вас приглашать на различные движухи. Либо вы сможете поучаствовать в съемках видео. В описании будут три ссылки на три плейлиста для каждой из платформ. Вы просто переходите в описание и отмечаете плейлист для той платформы, на которой вы играете. Ну а перед началом ролика я хочу тебя попросить подписаться и поставить лайк, ведь для тебя это не сложно, а мне будет очень приятно. Ну а также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие гличи. И еще я хочу выразить огромную благодарность Квесту за помощь в реализации данного ролика, ссылочка на его канал будет в описании. Ну а теперь погнали к самому гличу. После того, как вы отметили плейлист, вы далее переходите в паузу, сеть, плейлисты, отмеченные плейлисты, и там выбираем наш плейлист, который мы только что отметили. И далее мы запускаем его. Тут настраиваете все под себя, приглашаете своего друга и начинаете этот плейлист. После загрузки вам достаточно зафиксировать либо стик, либо клавишу ходьбы вперед. Вашему другу тоже это надо сделать. Ваш персонаж начнет бежать вперед, собирая мешки и доставляя их на точку. Таким образом, вы можете отойти куда-нибудь или просто оставить плейлист на ночь. И за пару таких ночей вы можете нафармить себе на что-то полезное. Мы не стали слишком много ставить раундов, и за пару раундов мы получили 25 тысяч долларов игровой валюты и 1500 RP, что заняло у нас где-то минут 10. Ну и на этом все. Если я тебе хоть как-то помог, то подпишись на канал и поставь лайк, чтобы не пропускать дальнейшие гличи. Также не забывай про наш Discord, про нашу банду в GTA, все полезные ссылки есть в описании. С вами был Антромер, всем пока-пока и удачи.